Встречайте, Татьяна Навка, Марат Башаров. Оказывается, Марат почти все время в коньках, даже когда машину водит. Ну, в этом тоже, наверное, причина того, как прогрессирует Марат как фигурист. Татьяна Навка, Марат Башаров! В абсолютно новых образах раскрылись Татьяна с Маратом. И вот только сейчас танец завершается. Да, дети с цветами несколько раньше времени вышли на лед. Так вот, абсолютно новые образы, смелое решение, замечательное. Помните предыдущие танцы Татьяны с Маратом? Такие веселые, пародийные номера были. А здесь... лиризм, танец пронизан лиризмом, и фигуристы, по-моему, очень хорошо все это передали. Но вы знаете, я не могу не отметить определенные шероховатости, некоторые помарки, с которыми была выполнена композиция, и наверняка, естественно, не знаю, что поставят судьи, но судьи могут все это отметить, во всяком случае, в первой оценке за технику.